самка тарантула с потомством. Сейчас будем пытаться отбирать у нее часть детей, чтобы пересадить отдельно. Кисточкой выгоним ее из норы. Можно смахнуть немного потомства с ее брюшка. Она пытается нападать, защищая свое потомство, на кисточку. Мы можем видеть, как некоторые разбегаются. Мимо маленькие паучки. Далее будем рассаживать такие вот баночки. По одному паучку на каждую. Вот уже приготовлено. Тут некоторых рассадили уже. Откроешь? Вот он мелкий сидит. Еле видно. Будем кормить дрозофилой. Мушками. Далее по мере роста уже будем предлагать им сверчков, тараканов.